Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Приветствуем всех наших подписчиков, всех, кого интересуют гисарские овцы. И вот здесь мы как раз видим Атару Ходжи Наима. Это старший сын Ходжи Мирзо Карима Мирзо Рахимова, знаменитого гисаровода. Сам Ходжи Наим тоже гисаровод знаменитый, известный и в республике, и за пределами республики тем, что вот следует канонам гисароводства и разводит гисарских овец только в чистоте. Великолепные у него овцы, вот мы видим это вот благодаря видео, которое нам прислал Мансур, это сын Ходжи Наима, то есть получается это внук уже Ходжи Мирзо Карима. И вот здесь мы видим, что в Атаре Ходжи Наима присутствуют все четыре цвета окраса гисарских овец. Это рыжие, то есть светло-бурые, есть бурые, есть темно-бурые и есть черные. Но вот мы здесь видим, что спустились они с летних пастбищ и какое-то время находились в гисаре. Это они находились в местечке Ноджи и Боло. Такое прекрасное место есть в гисаре. Вообще и Душамбе тоже находится в гисарской долине. Гисарская долина большая, протяженная. Вот, и как раз вот в этом месте зародилась эта порода овец. И здесь мы можем видеть, что вот ягнята этого года уже догнали своих матерей по размеру, по всем параметрам. Как раз, что очень примечательно, то, что нам следующее видео прислал уже Абдурахмон. Мы скажем, когда будет его атара уже идти. И вот вы можете сравнить, насколько все-таки однообразны все эти овцы гисарские. Вот здесь две отары мы видим полноценные, под 2000 овец в каждой. Вот. Но здесь, конечно же, в отаре Ходжи Наима здесь и овцы Ходжи Исмаила и Самандара есть. Вот. И мы видим, как прекрасно они выглядят. Посмотрите, какие они длинные, широкие. Какие мощные ноги у них, грудь какая правильная, курдюки, соответственно, не обвисшие, в правильных кондициях все это. Посмотрите, вот хорошо как набрали, несмотря на то, что были тяжелые и весенние времена, было тяжелое лето, вот пока не добрались до пастбищ, пока начали спастись. Очень в исхудалом состоянии были овцы. И вот сейчас, как они выглядят, совершенно по-другому. Посмотрите, какая матка идет. Рыжая, просто бомба. По-настоящему огромная. Ну и, конечно же, ну, овцы просто великолепные. Вот здесь мы видим же и вот собак, аборигенных среднеазиатских овчарок. Вот это вот знаменитый Буйнох. Старик, которому уже 10 лет. Мы видели недавно видео, где он вылавливает сурка в горах, легко двигаясь. Ну, это, посмотрите, прям море идет, и вот из этого моря можно любого брать и ставить на постамент, как образец гисарских овец. Вот образец по экстерьеру и по всем другим показателям. И молочность здесь должна присутствовать, и шерсть определенного качества. А вот здесь вот мы видим, вот вдалеке, вот Душамбе. Вот видите, красавец Душамбе в окружении гор, где уже выпали снега. Уже во всем Таджикистане первый снег прошел, было холодно. Как раз вот в это время они начали движение свое. Вот. Просто заглядение. Бараката Ходжи Наиму, его сыновьям, всем его дахмарда. И вот здесь вот они тоже проходят уже на трассу, выходят и будут постепенно, они перейдут дальше, уже пойдут в район Рудаки, перейдут, а из Рудаки уже дальше Кабадьян, из Кабадьяна в Шахритус постепенно. И вот посмотрите, обратите внимание, а вот это уже прислал нам фотографии и видео Абдурахмон. И следующий атара мы увидим овец Абдурахмона. И вот желающие сравнить воочию
могут сравнить, как выглядят овцы Абдурахмона, и Наима, и дать оценку, какой из сыновей Оджи Мирзо Карима лучше смотрел за своими овцами. Ну, хочется сказать, что вот это вот такой вот быт у них. Видите, вот снег уже выпал, было холодно. И всю ночь они вот разводили костер, чтобы согреться. Вот так вот греются наши чабаны, дахмарда. Их не зря называют дахмарда. Это дахмарда, это значит 10 мужей. Они такие же сильные, как 10 мужей. Вот это вот Акайхол, тоже заслуженный. Вот. И вот здесь мы видим уже вот это вот атара Абдурахмона. В этой атаре овцы находятся как Абдурахмона, так и самого Оджи Мирзо Карима, Мирзо Рахимова. И вот смотрите, и можете сравнить с овцами Оджи Наима. Посмотрите. Ну, сразу видать, что это все, как говорится, одна и та же порода. Одинаковые. Посмотрите, какие они длинные, какие они широкие. Какие ноги мощные. Вот матки такие, прям хочется забрать их к себе. Всех. Великолепно, конечно же, потрудились чабаны, потрудились наши дахмарда, Абдурахмон на славу потрудился. Вот. Очень он, конечно же, опытный стал гисаровод, несмотря на свой молодой возраст. Вот. Понятно, что Оджи Наим умудренный опытом, а вот Абдурахмон, несмотря на свой молодой возраст, тоже посмотрите, каких результатов добивается. Любо-дорого посмотреть на это вот великолепие все. И вот тоже вот снималось в окрестностях Ноджи и Боло. Как раз они спустились, когда. И вот дальше уже будут кадры, как они уже пересекают район Рудаки, Ленинский бывший. Вот, посмотрите, вот уже идут, раскинулись и двигаются. Вот, нескончаемое море этих овец, нескончаемая отара. И вот великолепные виды, конечно. Абдурахмон уже стал настоящим оператором. Вот, на первых отрезках видео это были, где были овцы Оджи Наима, там телефон Мансура, если что, можно с ним связаться, поговорить. А здесь вот телефон уже Абдурахмона. Вот. Несмотря на то, что вот травы как бы нет, но тем не менее овцы великолепно выглядят, в хороших кондициях очень. Набрали они вес, пока паслись и в горах, и вот в окрестностях Ноджи и Боло. Гисара, это все им пригодится для того, чтобы перезимовать, хорошо встретить зиму. Вот, вот так вот, понимаете, да, вот как растянулась атара, для чего нужно столько и собак, сколько нужно и дахмарда, нужен не один. Потому что, если, как говорится, за поворот зайдут, там уже не видно никого. А вот так вот двигаются они по уже горным местностям. Потому что, ну, так мы называем, что идут на зимние пастбища, а там не равнина. Там тоже и горы, и уступы. Просто это южнее, на границе с Афганистаном, с Узбекистаном. Там потеплее погода. Хотя и там тоже выпадает и снег, и холодно бывает. Но вот зимуют лучше там. И посмотрите, вот по таким отрогам двигаются овцы. Конечно же, для этого всего им нужны необходимы обязательно крепкие копыта, мощные ноги, очень хороший объем легких должен быть. Для этого у них и крутые ребра, потому что там помещается огромный объем легких. Большое сердце должно быть у гисарской овцы, чтобы прокачивать всю кровь и гнать кислород. Вот. И, конечно же, самое главное, это вот набор веса и его потеря, когда, то есть потеря должна быть минимальная. Эти овцы не находятся в сараях, в загонах, их не кормят ячменем, не кормят комбикормом. Это все вот этот нагул на подножном корме. И, конечно же,
выкармливаются, ягнята тоже, только естественным путем, без всякой подкормки. Вот для этого гессарская овца должна обладать высокой молочностью. Это вот все те качества, которые гессарская порода передает из поколения в поколение. И если нарушаются какие-то из этих показателей путем скрещивания с какими-то другими овцами, это вот все теряется. Вот, можно что-то прибавить, но обязательно потеряются основные качества. Поэтому вот Годжи Мирзо Карим, его сыновья, вот все держат овец в чистоте, чтобы не растерять вот этих качеств, которые из поколения в поколение передаются этой породой овец, и которые не одна сотня, и даже тысяча лет. Вот, и поэтому, конечно же, очень на чистоту обращают внимание, потому что вот даже уважаемый Годжи Мирзо Карим Мирзо Рахимов нам говорил, что если овца гессарская поместная, то есть снова из помеси сделать обратно чистую гессарскую овцу, это потребуется 12 поколений. То есть 12 поколений — это вам не просто так. Это получается, что как минимум 24 года на это уйдет. Вот, поэтому легче держать овец в чистоте и не пытаться, как говорится, их ни с чем смешивать. Вот, большие противники, конечно же, вот примеси всевозможных, даже вот близких афганских овец, которых когда-то перегнали тоже из Таджикистана в Афганистан, но которые утратили многие качества гессарских овец, вот против этого выступают. И Годжи Мирзо Карим, и его сыновья, и Годжи Ибраим, многие все, и вот Мухаммад из Кулябы, все говорят, что ни в коем случае мешать овец ни с кем не нельзя. И вот посмотрите, вот такие вот трудные переходы. Это еще цветочки, как говорится. Ну, вот так вот они двигаются. Вот по таким трудным склонам, над обрывами идут. И вот если здесь Дахмардан не уследит, то в обрыв могут сорваться сразу же 20-30 овец, а это потеря, большой урон. И поэтому, конечно же, Дахмарда, то есть вот Чибан, должен очень внимательно ко всему к этому относиться. Вот. В этом и проявляется искусство и Чибана, и искусство, конечно же, собак, которые обязательно страхуют овец. Они страхуют их, потому что в этих местах очень много есть и шакалов, которые могут напасть, есть и волки здесь опрячутся, очень много. Поэтому необходимо обязательно охранники для отары. Вот посмотрите, вот мы видим здесь качество, посмотрите, вот овец. Вот у этой овцы на шее какой-то вот привязана какая-то ленточка, ну, значит, либо она чибану принадлежит, либо еще какие-то другие причины. Вот посмотрите, какие они. Ну, посмотрите, объемные какие. Вот, молодой кучкарчик двигается. Тоже. Вот такие вот будни наши Дахмарда. Конечно же, огромная благодарность Абдурахману, Мансуру, Оджинаиму, за то, что прислали нам вот эти свои видео, где мы воочию можем увидеть великолепие гессарских овец. И, конечно же, мы еще покажем вам и отару Кози. Это еще один сын Годжи Мирзо Карима Мирзо Рахимова. Вот такой вот экскурс по гессарской породе овец мы сделали. И вот здесь мы, как говорится, две отары Годжи Мирзо Карима Мирзо Рахимова, то есть его сыновей, показали. А вы уже сами можете сказать, похожи ли они или нет. Баракат вам всем и удачи!